Итак, дорогие друзья, возвращаемся мы в трансляцию. Есть у нас полуфинальный матч. Команда Moscow Five против SK Ladies. Они же Escalade Ladies. Ножевой раунд, карта Денюк. И повторюсь, подслушивать будем за командой Escalade Ladies. Я уже нахожусь у них в TeamSpeak. Ну, буквально несколько раундов. Посмотрим, как будут играть команды. И дальше, я думаю, уже с первого девайсного будем слушать. Пошел размен. Делаем звук из контры чуть погромче. Пошел размен. Минус от Вендетты. Ой, дают сейчас Соньке уйти. Вот, к сожалению, с никами... так, Сони есть, Каролина есть, Фэнки есть, Угроза. Кто же это у нас? Это, наверное, Лекси. Ну, Лекси. В TeamSpeak висит Лекси, поэтому, наверное, будем говорить Лекси. Ну да, Лекси. Так, простите, небольшая завязка. 1-0, команда М5 выигрывает раунд. Сейчас мне нужно будет опять уйти и снова вернусь я в матч. Так, Эко, SK Ladies пытались выбить сейчас по улице. Минус от Saint. Стреляются девчонки сейчас по улице. Минус от Мелкой, минус от Вендетты. Соня последняя пытается уйти. Минус Каролина. Сони 4 хп. И минус 2 от Saint. 2-0. Счет в пользу команды Moscow 5. Saint 5 к 0. 2 фрага у Сони и Вендетты. 1 фраг у Мелкой. Тату пока не отличилась жесткими минусами. Сони 2 фрага. Защита дальше все по 0. Смотрим мы еще одно эко в исполнении Escalades. Наверное, будут выбивать рампу. Наверное, уже вот построились. Так вот. Ну, инфу, наверное, никто давать пока не собирается. Ждут каких-то действий от атаки. Флешечка под Б. Уже близко в рукаве есть. Три хаешки. Соня, 22 хп. Делает минус. Также минус от Лекси. 4 в 4 ситуация, на руках есть девайс. Лекси забрала АК, выдернула из него все патроны, сбросила свой АК без патронов своей тиммейтки. Вендетта контролит так вот под лестничкой. Тут же Сейнт, наверное, будет давать инфу и отбегать. Каролина шифтом по улице. Здесь уже Мелкая будет принимать сейчас приход. Минус от Мелкой. Слышно было, что по улице кто-то еще собирался бежать. Вот сейчас Мелкая будет принимать. Еще минус один. Заканчиваются у нее патроны. Соня ставит хедшот. Так, ну и что у нас? Угроза. Сейв Дигл. Ой, угроза. Сейв Дигл плюс АК.
Так, пошел размен, поджим. Уже на Б бомба установлена. 0-3 счет. Сони и Фэнки делают по минусу. Минус от Сони. 2 в 2 ситуация. С 9 выходит Каролина. Сейчас ее снизу пыталась убить мелкая. Моментально дает размен Сони. И Соня, которая, она же Ламабот, 31 хп, играет сейчас с девятки. И здесь Каролина ее ждет. Я думаю, дело техники. Ставит хедшот. Первый раунд для команды Escaladies. И думаю, следующий раунд можно будет послушать девчонок, что они нам расскажут. Давай. Спасибо. Я... Солнышко, моя любимая. Я с майнерской займу. Утку, давай, ты накидывай что-нибудь? Ага. Крайне раскинь буду. Я с тобой. Сейчас улица может будет встать. Я всегда слышу. Улица. Я на улице, я на мне. Я не смотрю улицу. Окей. Прошиваю. Улица есть. Смотрю выход из ангар, не лезь на улицу. Отстреливаем. Попали. Попали в будки, значит? Да. Кать, не смотрю, Кэтли. Смотрю тебя, Лексишей. Не, все, у меня 30. Минус инсайд. Умничка. Ушли. Попала. Это... Инсайд еще. За черный. Попала. За красный. Каленый на нуле. В инсайде. Радио, бомба идет. Бомба, радио. Упала. Девочка. Толпой, ну. Еще. Еще ноль. Слева. Да что ж так жмёшь-то? Да и у меня мышка что-то прибудет. Хорош. Ласт, крип можешь? Ласт на улице. У себя. Инсайд, инсайд. А, на улице, у меня 3 патрона. Да все, уйдите. Ганна не отдала. Хорош, фу. Вот такой вот раунд, слышно было инфу, девчонки все делали правильно, после минуса пытались отойти, требовали размен, к сожалению, сразу сами его не давали, кто-то кричал там, ну где же вы, девчонки, вот, потом запушили ноль уже, ну, почувствовав силу, ну и дотащили раунд, 3-2, счет в пользу команды М5, это Эко, уверенная Эко с одним девайсом, кто там, Соня, по-моему, засейвила. Тату засейвила АК, дает сейчас первый минус, атака в... Играет с двумя АК и 3 глока. 4 в 5 ситуация. Вот так вот, первый минус. А Соня-то по апу уже бегает, и посмотрите. Ой-ой-ой, еще такой фейл от Сони. Да что ж такое-то, а? Минус 2 тату за раунд. Вендетта ждет поджим, бомба ставится на... В первом плейсе. Ой, тату сама себя взрывает. Это ж фейл на фейле-то. Минус от Каролины. Атака 3 в 3. Вендетта играет из будки. Шьет дефолт. В ответочку получает тоже дэмэджа. Минус от Каролины, минус от Сони. 2 в 2 с девятки. Каролина 1 в 1 с Вендеттой. Садится дефать. Вендетта. Ой-ой-ой. Нет. Ой. Буквально несколько сотых секунд не хватило Каролине, чтобы дотащить третий раунд. Счет становится 4-2. На самом деле там дефать надо с самого ящика. Тогда вот этот прошив бы не привел бы ни к чему хорошему. Ну и прошивающий игрок не был бы в курсе, дефит игрок с ящика или же он просто не дефит и отошел в сторону. Первый раз, когда... кто там, Вендетта прошивала, можно было так дефать до последнего. Минус от Сони. Соня, походу, скрип убивала, да. Старый такой олдскульный маневр, когда хаешкой открывается дверь, и потом Авик с нуля просто контролит приход, заходящий приход. Атака развалила кабину. Фэнки и Лекси остаются 2 в 5. Минус от Лекси, минус от Сони. Мелкая не дает Фэнки сделать минуса. Остается у мелкой 11 хп. Счет 5-2. Защита делает... Эко Дигл, да? Нет, Хае-Хае. Есть две Хаешки. Кто-то еще купил. Дымок. СГ. Интересно, заготовка или нет, что это будет? Куда будут направлены эти гранаты?
Оп. Фейловая флешка от татушки. Еще под себя флешечку. Еще. И вот такую поймает сейчас. Ну, очень уверенный выход от тату. Ну, Moscow 5 во всех своих матчах доминирует над противником. Фенки делает первый минус. Вендетта по-прежнему на своей местине ждет поджима. Минус 2 от мелкой в приходе. И Лекси, последняя. Тут ее уже шьют с улицы. И на лапе не дают ничего сделать. Все очень жестко в исполнении Moscow 5. Счет 6-2. Послушаем девчонок из Escalade Ladies, что они нам расскажут. Гранат нет, давай отпустим вверх. Лекси, у меня нет флешек. У меня есть. Я поделюсь. Я улицу займу, Каролин, возьми, стой на хае. А нет, хае, стой. Я буду поделиться, так что ты на мелке играешь. Там АВП. Забейте. Я обхожу, слышите? Лекси, кстати, АВП. Хорош, Соня. Хорош. Соня, уйди. Скрип. АВП 0. Вверх. Раскинули, не вышло. Скрипа. Соня, уйди. Лекси, инфу дай. На нуле АВП. Уйдите. Не лезь. Сейчас Лекси добегаться может, нужно уходить. Бежать сейчас в защиту. Дорогая. Сань, ты улицу не смотришь? Нет. Флэш, радио. Вышли радио, минус одна. Еще одна. Еще минус бомба. Хорош, Лекси. Еще одна, Калёна. Нет, да, еще одна, еще две радио. Не лезь, уйди. Все, еще одна. Еще одна там. Соня, уйди. Там бомба. Соня, уйди. Она не спит. Да? Нет, да. Я флешканул. На железе. По хп-то, конечно, у Соньки бомба не установлена. Просто танк. Дроп, дайте. Пока без особых каких-то изменений, несмотря на то, что Escalades вытащили раунд, видим, что Угроза играет с Диглом, и если не ошибаюсь, еще один... А, нет, ошибаюсь, то просто кто-то с прихода заходил с пистолетом. Фэнки успела постреляться, получила дэмэдж, а по-прежнему стреляется на улице, убегает, 10 хп у Фэнки, ну главное жить. Минус от Каролины. Как это, прострел был? Я не обратил внимания. Минус от Вендетты, минус от Фэнки, мелкая. Ситуация 3 в 3. Ой, сейчас бы Грозе девайс. А он ей очень как нужен. Да, берет она девайс. Лекси поджимает. Ой-ой-ой. Лекси поторопилась на поджиме. Погибает. Минус от Сейнт. Соня 88 и угроза 100. Против Сейнт 37. Мелкая 100 и 60 у Сони. Соня контролит улицу. Сони номер 2. Сонька 88 хп. Escalades чекает. Под единицей. Она же девятка. Никого нет. Мелкая выходит из будки. Открывается. Минус от угрозы. Еще два на апе. Ой-ой-ой. Как жестко сейчас разыграли Escalade Ladies. 6-4. Берут они четвертый раунд. И сейчас эко в исполнении атаки. Давайте послушаем, что будет анти... Какое будет анти-эко у Escalade Ladies. Бери крайне. Да я вопрос шью, посмотри. Не шью? Нет. Как будет затишье, поджимаю. Я думал, это будет эко. Здесь полноценные девайсы у атаки. На самом деле все жестче. Такой выход из будки, знаешь? Да. Раскидывай.
Фишку, наверное, готовлю. На улице одна. Двое. Иди к стороне. Я на девятке, наверное, нет. Они на инсайде. На инсайде. Нет улицы. На нуле. Да блин. Радио. Вышли радио, радио бегут. Девочки, я внизу, расстреливайте, простреливайте. Хорош, Крэль. Еще. Выйди, выйди, свет. И нас там. Еще, еще. Давай, дави. Одна под слева, слева, слева. Каленая. Я красная. Внизу, вниз ушла одна. Одна, обе вниз, внизу. Жалеют они еще. Ты где? Я на канале, в вилке. Фу. Одна вилка на вилке она. Справа. Длинным. Коротко, коротко. Сверху. Найс. Найс. Вот такой вот замечательный раунд в исполнении Escalate Ladies. Буквально практически провальный раунд. Допускали много ошибок. Покинем девчонок мы ненадолго. Что там М5? Как по девайсам? Есть арморы, есть АК, разбрасывают девайсы. Пытаются ломать экономику. Сейчас давали минус 3. В случае, если сейчас возьмут этот раунд, защита будет делать эку. Достойно играют Escalate Ladies. Действительно, М5 16-0, 16-0, первые два матча. Результат третьего сейчас я посмотрю. Так первые два матча, это по 16-0, это всего лишь третий матч у Escalate Ladies. Вот долго они ждали, я успел две карты постримить. Минус от Каролины тем временем. Защита в большинстве, на нюке это ой-ой-ой, как хорошо. Главное сейчас не растерять преимущество. Каролина очень неплохо отыгрывает на улице. Дает минус... Если есть инфа о том, что там кто-то еще есть, она уходит. Если на самом деле улица чиста, вот как сейчас, она пытается контролить, ну, больше на инфу. Мелкая ждет под джимскрипа, дождалась, пока закончился дым. Тем временем Sony покидает парапет, он же внешний. Так, и потихоньку уходит с улицы. Угроза, шифтом заходит в скрип, открывает его телом, зашла. А тут же где-то мелкая была. Мелкая должна была это все прочекать, нужно включать... Угрозу. Минус один. Откидывает флеш. Ее уже сейчас будут загонять. Вот эти флешки, они... Минус от Лексар. Минус от угрозы. Последняя Сейнт, уже заходившая в скрипе. Минус один. И Фэнки убивает Сейнт. 6-6. Что? Смотрим за атакой. Что там сейчас происходит? Ох, послушать бы сейчас разговоры Moscow Five. На самом деле, было бы, наверное, интересно следить за двумя командами. Но у нас получается так, что либо одна против, либо вторая в венике. Эко. В атаке. Ну, последняя вендетта отобрала АК у угрозы. 11 хп. Минус 2 от вендетты. И за малым сейчас Лекси не... отлетело. 7-6. Я думаю, пора слушать девчонок. Жесткая заруба сейчас грядет. По улицу взорвем, поем. Давай. Открывайте. Лектора. Куртка твоя. Нет улицы. А есть одна у себя на этаже. Идем с улицы. А я, ну, хорош. Каленая, радио. Мешки, я попали в голове шлюху, вообще 10 хп у нее сидит на столах. Такое мясо. Ну, так хп нет. Бела. Хорош. Улица еще. Стойте на точку, девочка. Уйди. Уйди. Улица много. Улица. Мейн, ангар. Ангар минус. По 9 ангар пройдет. Еще. По 9 пройдет. По 9. По 9. Не стреляйте. Трое по 9. Без бомбы, не без бомбы. Бомба лежит. Не лезь, пожалуйста. Еще 9. 9. Двое 9. Каролина, они без бомбы. Спрыгнула одна. Может, бомба в радио где-нибудь помогает?
Под скамейкой. Взяли. Одна в моей. Хорош! Хорош! Вообще, Каролин, ты просто нечто. Нафиг тебя в задницу, автограф. Моя мечта. Вот на этой оптимистической ноте нафиг тебя в задницу мы переключаемся. Действительно жесткий раунд, половина за Escalade Ladies, ну фраги достойные вообще мужской игры. У девчонок невероятные шары просто, наверное, такие уже с опытом наточенные. Очень жестко играют, действительно достойные аплодисментов. 8-6, Escalade Ladies выходят вперед. Но давайте не будем забывать о том, что это атака. И 6 раундов в атаке, даже иногда 3 раунда в атаке на нюке могут сказать о многом. Вернее, многое-многое могут зарешать. Минус от Сейнт, минус 2 от Фэнки в рукаве. Жесткий размен, тут еще кто-то с рампы помогает. На прошиве тату выходит, попадает Фэнки в лицо. 3 в 3, Лекси, минус, минус Соня, размен, 2 в 2. Ситуация, угроза уже спускается в вентиль, готовит принимать рампу. Видит двоих, в одну топит, вторую зажимает, оставляет 8 хп, мелкая, мелкая 8 хп, минус от Сони. И это 9-6. Девчонки меняются сторонами. Девять шесть. Команда Moscow 5 проигрывает свою первую сторону. Сделал я себе заметку о том, что не забыть счет. Есть у меня такая погрешность. Забываю, о чем идет речь и какой бывает счет. Ближний респ, кстати, у атаки. Вот это... Респаун как надо. Один ближний, два средних. Там дальний уже не имеет значения. Разыгрывать фаст раунды на А можно легко с этим респом. В принципе, улицу занимать тоже неплохо. Бывает такое, что ни у атаки, ни у защиты не бывает хороших респаунов. И тяжело потом играть. Здесь видим, что Escalade Ladies смогут использовать этот респ. Так, что там у нас? Защита, татуха чекает улицу. Вендетта с 9 выход на ап контролит. Сейд уже поджала рукав. Ну и здесь ее Каролина контролит. Так, а потихонечку проходят по улице. Минус от тату. Вот Соню видели или нет. Минус от Сони. 4 в 4. Атака, как мы знаем, в преимуществе. Сейчас в защите нужно будет смещаться. Хотя вот в такой вот ситуации, когда Сейд поджала и знает о том, что это точно не B-Place. Сейчас бы Лекси бы выдавить рукав. Наверное, что они сейчас попытаются сделать. Прочекать под джип. Нет, выход будки. Видят игрока в девятке. Втроем зашли на ап. Бьются вентили. Уже кто там у нас? Успом спускается на вентиль. Вендетта готовит флешку. Сейнт поджимает. Будет выходить со скрипа. Находит здесь Каролину. Минус от Сейнт. Минус от Вендетты. Минус от Сейнт. Что, последняя Сони? О, вот это были маневры. Ой-ой-ёшеньки-ёй-ёй, мелкая уже чекает, и минус от мелкой. Жесткая игра от Moscow 5, казалось бы. Отдали ап, отдали поставить бомбу, и потом атака, ну, конечно, все отвлеклись на 9. Никто не чекал выход из будки, не ожидали, что... кто там у нас? Сейн поджала с рукава, не ожидали девчонки из Escalades. Этого что, эко? Сингл? Сингл эко в атаке. Фаст улица. Что там у нас по улице? Тату по-прежнему играет по улице. Ну, такой дефолт. Девчонки играют больше не по респам, а на позициях. Минус от тату. Получает она по... Куда она получает? По голове. 5 хп у нее остается. Минус от Вендетты. Вендетту закрошили. Ну что ж такое? Минус от мелкой. Сони последняя. Ой, будку пыталась забежать. И минус от Сони. 2 минуса дали. Бомба установлена. Думаю, будут девайсы. Девайсы еще и с ближним респом. Пора слушать девчонок. На улице не вижу. Она за черным стоит. Да, за черным. Желт. Бля.
прыгну. Хорош. Еще подряд, на железо пошел два по трампу. Желтая. Минус. А, делайте два рампы. Тихо, я поделюсь. На желтый. Не лезь. Ну заходи. Свет, калаш возьми. Свет. Да у меня есть патрон. Одна по 9 рампы, одна смотрит. Кинь бомбу, я вниз уйду. Куда тебе кинуть бомбу? Алло! Давай сейчас я около стрип ставлю. Подеть было. Ясно, подбить. У вас атака. 3-0 в пользу М5. Тем временем счет 9-9. У атаки нифигашеньки нет денежек. Носита там дала дропы. Вот так и один ближний, остальные дальние респы. Что, будут пытаться что-то делать? Взрыв будки. Ну там у Сейн 77, 75 у Вендетты. Ну, такой себе раскид. Тут уже Сейн на внешнем, что-то флешка в будочку. Оп, на самом деле не каждый парень кинет такую флешку. Отвлекся я ненадолго. 4-0. В пользу команды М5. Вот Каролина в атаке не может сейчас отличиться. Девчонкам не хватает. Ее слушаем, что там происходит у нас. Они будут плент отдавать. Я не верю. Калена вышла. Плент. Где я вообще? Не спешите. Вот каркада. Одна с мейна. Пойдем рампу. Не спешите, радио, отойдите, радио, отойдите радио. На рампы. Гоу радио. Прошу меня. На вилке вдалеке. Трифайером еще стреляет. Ну, аркада рампу. Ну, она правильно делает? Не очень удачный раунд для SK Ladies. Ну, кто-то его назовет провальным. Ну, попытки были, но здесь нельзя не отметить стрельбу от Sony. Одно прошило, 20 хп у префайера, ну, последнюю зашивом тоже, ну, есть, чувствуется опыт. Это вам, как говорится... Не пацанов сажать вместо девчонок. Не хотела никого оскорблять, на самом деле. Но одна из украинских команд сегодня получила ТП за то, что вместо девчонок играл парень. Ну, один однозначно, а дальше вот, организация обещала повесить новость со всеми разъяснениями. Подождем ее, посмотрим, что будет. Ничего особого пока не происходит. Атака потихонечку пыталась занимать улицу. Минус от Каролины. Вообще без потерь. Ну, как бы для своего ХП она берет. Делает первый минус. Вендетта контролит будку в лицо. Угроза чекает. Кто там? Сонька, наверное. Да, Соня под Б играла с ящика. Минус от Тату. Это, скорее всего, улица. Минус от Фэнки. Да, Тату занимала трубу. Бомба падает на А-плейсе, разбивается мелко, и это будет стоить раунда. Соня, 10 хп. Ее загоняет Лекси. 5-1 счет во второй уже половине матча. Это 11-10. Пока впереди Moscow 5. И вот оно. Злосчастное эко, дигл, флешки, патроны в защите. Очень аккуратно нужно эскалейте сыграть этот раунд, чтобы не отдать очень много девайсов, тем более не отдать раунд. Минус 3, последних 3. 2, все, 1.
Без потерь. Хорошее эко. Девайс. Послушаем девчонок. У них сейчас единицы, да? Но у них такой бай, волевой. Там диглы были вообще. Сейчас волевой будет, слышишь? Давайте 5, поером. Давай. Я до конца прожми. Прожми первое. Что там, стенку прожми? Да. Да, не прошли. На рампах. Двое. Надо на железе. На железе обе. Одна на 9. Надо от улицы сыграть. Пошли от улицы сыграем. Возьмите бомбу, говорю. Возьми ты и пошли это на улицу. Yes. Рампы зашла. Ты сыграешь от улицы? Вини. Нет, я уже не буду ни оттуда делать. За вас двое. Мы! Блядь! Свет, я говорю, что сейвить, и ты пошла. Так, ничего жесткого уже здесь не произойдет. Без потерь. Все идет к тому, что без потерь сейчас М5 берут раунд. Еще и сейв. Лекси откидывает вот дым. Ну, по моим часам еще 20 секунд до конца раунда. Этот дым как раз сделает свое дело. Ну, М5 не торопятся загонять. Готовы они отдать АК атаке. Мелкая с 13 хп неплохо отыграла. Дала минус, ушла вниз, долго жила. Ну, сделала все как нельзя лучше. Шесть два. Счет второй половины матча. 12-11 в пользу команды М5. Минус от Лекси. Бомба установлена. Сони маневрирует под девятку. Минус от Вендетты. Соня погибает, разбивается. Минус от Сейн. В открытом скрипе минус два от Сейн. Минус от Сони. Она ой-ой-ой-ой-ой, загоняют Соню, она была в выгодной ситуации. Ой-ой-ёшки, вы посмотрите. Киты есть? Киты есть. Видимо, это будет дефьюз. Да, это дефьюз, поторопилась выходить. Кто там последняя выходила с девятки? Лекси. Ее вообще там не ждали. Она могла подождать чуть-чуть и убивать не дефера. Время-то было. Нужно было убивать игрока, который мог дать размен, и потом уже спокойно убивать дефера. Ну, на самом деле и Соня поторопилась. Вышла, дала минус, нужно было быстро спрятаться. Девчонки из М5 были бы заняты поиском второго игрока, потому что, ну, 2 в 2 тяжело, когда один с девятки накаляет. Сонька рано отдалась, конечно. Вот, но попытка была. Дигл Сейн убивает на улице сейчас Каролину. Это отчаянные попытки, на самом деле. Сейчас вот какой-то не очень внятный бай. Вот такой вот прострел от М5. Пожалуйста. Если кто-то не знал, можно вот посмотреть. Так, улица чистая. Инфа об этом есть. Фэнки уже готова выходить аплейс. Минус от Лекси. Вендетта с девяточки так вот прикрысила. Скажем прямо, прикрысила. Дала Лекси выйти, когда та уже чекала будку. В спину ее загрызла тату. Минус, хедшот, угрозу. Сонька на Б ставит бомбу. 2 в 4. Меньшинство разыгрывают Лекси и Соня. Против Вендетты, Сони, Тату и Мелкой. Сразу зачекали девчонки вентили. В вентилях никого нет. Ой-ой-ой, в длинной-то Соня делает минус. Минус Тату. В короткой Лекси. Ой, по ХП. Идут загонять. Минус от Вендетты. И бомба не дефилась. И этот раунд выигрывают. Выигрывают Соня. Взрывается она. 7-3.
Это 12-13 в пользу команды Moscow Fight. Как-то сумбурно начинался раунд, и в итоге дорулили просто. Escalades дотащили этот раунд до конца. Зубатый раунд, не давали вот с двух сторон. Сейчас разыграно было все именно так, как должны были разыграть предыдущий раунд на апе. С двух сторон не давать выйти. Ну, либо тогда была вторая девчонка с девятки, можно было делать вид, что будут разруливать с двух сторон. Минус от угрозы. 4-4 ситуация. Продолжается быстрый выход на А-плейс. Лекси уже под девяткой, и здесь ее, по всей видимости, не ждут. Она может сейчас смело выходить, делать минус сейнт, и это до... Да, минус мелкая. Лекси залезла на 9. Тату прочекала ее. Минус от Сони. Где Сони? Минус от Фэнки. Ситуация 2 в 2. Под девяткой воюют. Кто там у нас? Соня. Видит в приходе. Минус от Сони. Все, знают, где последняя. Сбрасывается бомба. Соня. Ламабот откидывает хаешку в 9. И даже, наверное, не знает, что делать. Соня против Сони. Нет. Соня М5 уходит играть через приход. Здесь ее уже ждет Фэнки. И Сонька из Escalades берет 4-й раунд для своей команды. 13-13 между делом, дорогие друзья. Жесткий раунд, качели. Жесткие раунды. Снова эко у М5. Очень важный, важный раунд для атаки. Его нельзя отдавать, нельзя отдавать деньги. Ни единого девайса, ну, как я считаю, нельзя отдавать на эко. Нужно убрать без потерь. Ну, в принципе, все к этому идет. Escalades аккуратно сейчас холдят на крыше. Вот здесь кто тут раскидывается. Лекси раскидывается. О, вот он, первый минус от Вендетты. Залезла она на крышу, сейчас будет искать АК. Остановилась. Нет, решила с крыши спускаться. Соня уже в девятке. Интересно, даст инфу о том, что левый вентиль? Да, зачекала она его. Есть инфа о том, что в левом вентиле... Ой-ой-ёшеньки-ё-ё. Очень повезло Фэнке, что из левого вентиля сейчас не вылезла. А, девчонки убежали с вентилей. Думали это, что будет выход... А, нет, мелкая все-таки здесь сидит. Мелкая все-таки сидит. Минус от Каролины, минус от Сони. Минус от Фэнки, минус от Сони. Ну и последнюю уже Вендетту загрызли, не дали ей ничего сделать. 16 фрагов у Сони, Лекси 9, 6 фрагов у Каролины, угроза и Фэнки 5-4 фрагов. Вендетта 14, по 11 у Сони и Сейн, Тату 8 и 7 у мелкой. Включаемся мы в TeamSpeak команды Escalades, посмотрим за этим раундом. Взяла патроны. Взяла патроны. Давайте, целый банкет. Давайте, Дэв, да. Не давайте вы. Не да забудьте. Не угроз, слышь? Смотри осторожно крышу. Я не смотрю, потому что ее. Я на скале, тут никого не вижу. Есть это. Это ты стреляла? Это я стреляла. Сейчас, подождите, я прошью шпаун. Наверное, вверх. Прошила с шпаун, там нет никого. Ну, нет никого нет, но Сейн вынуждена была уйти. 15 хп у нее остается. Флешку королин. Где у нас? Там. У нас же тату здесь. Флешку играет. В ангар даю, королин. А вот. Я тебе в мейн. Давай со мной. Ой, хорошая флеш, тату как да раз ее. Нет, минус где? От Вендетты, минус нет, от мелкой, внешка. Минус от Вендетты. Как вы проходили, вы что, не видели внешку? Двое улицы. Нет. Одеть. Ну, здесь все как бы должно и закончиться. Наверху, подсадка. Вверх. Подсадка наверху. Наш, СК Гейминг. Давайте. 8-5. 8-5. Счет во второй половине матча. Что у меня с математикой? 14 у атаки. И если не ошибаюсь, это 14. Да, 14-14. У атаки деньги есть. Ближний респ есть. Что это? Фаст раунд, наверное, на ап. Открывается скрип. Вендетта готовится ловить флешки. Это такой фейк раунд. Открылся скрип, раскидались гранаты, после чего скрип был закрыт. Ну и защита, естественно, потратила большое количество гранат. Антирашевые флешки, хае. Сейчас хаешкой
Ой-ой-ой, Лекси где-то теряет хп, 39 у нее остается, видимо, под Б пыталась воевать. Да. Что, атака предпринять пока ничего не пытается. Раскидываю тап. Ой-ой-ой, как скрибр пыталась рваться мелкая. Ситуация 3 в 3. Патронов нет, минус от Сейнт, минус от Вендетты, минус на поджиме, минус 2 от Соньки. 15-й раунд для команды Moscow 5. И очень важный раунд для атаки. Включаем и девчонок. Я тоже. Тут, в принципе, все весело. Пас что? Пас, да. Можно пункту на детей в мэйне. Пацаналку дай. Я слепаю. Я тоже. Сейчас радио. Калёны, убей! Да, ГГ. Ну вот, 16-14. Счет в пользу команды Moscow 5. Мы делаем небольшую паузу, после которой мы вернемся, будем стримить финал. Команда Moscow 5 будет играть против победителя пары 44 и ОДА. Сейчас с кем именно мы узнаем. Не переключайтесь.